Здравствуйте, вы смотрите новости в эфире «Столицы Нижней». О самых важных и интересных событиях, которые произошли к этому часу в Нижнем Новгороде, расскажу я, Антон Ганин, и мои коллеги сегодня в выпуске. Без базара. Популярный среди жителей заречной части города рынок Народный начали сносить. Нижегородские полицейские заговорят на английском языке. Сотрудников МВД готовят к несению службы во время чемпионата мира по футболу. Специалисты Роспотребнадзора ответили на самые часто задаваемые вопросы, связанные с покупкой продуктов питания. В каких случаях нужно строчить жалобы в управление? Сегодня в Ленинском районе Нижнего Новгорода ликвидируют рынок Народный. Срок согласования документов на осуществление торговли рядом с кинотеатром «Россия» истек 31 марта. Предложение разобрать Народный ранее высказал председатель комиссии Гордумы по экономике и предпринимательству Николай Сатаев. По его словам, точка нарушает санитарное законодательство и правила по антитеррористической безопасности. Как на закрытие рынка реагируют жители, узнала наша съемочная группа. Скопление грязи и антисанитарии – или удобное место для покупки продуктов. Жители Ленинского района по-разному оценивают значение рынка Народный. Он находится в собственности родственников арестованного ныне депутата Заксобрания Александра Бочкарева. По документам, место торговли заявлено как выставка-ярмарка. Это значит, что оно может работать только в выходные и праздничные дни, а также избегать проверок. Но даже вывеской на входе в павильон руководство заявляет – рынок работает ежедневно, кроме вторника. К прилавкам рядом с домом многие привыкли и активно собирают подписи против их закрытия. Мы без него теперь как без рук и без ног. Цены здесь очень низкие, продавцы очень хорошие и вежливые. Продавцы всегда чистые, витрины очень чистые, ценники есть. Особой популярностью Народный пользовался у пенсионеров. Для них был открыт специальный отдел с товарами по доступным ценам. Хожу иногда купить дешевую, я пенсионер, дешевую картошку. Последняя цена была 13,90, она в два раза дешевле. И там овощи, ну так, выбрать можно, но они не очень качественные бывают, они продавцы сами предупреждают. Что-то морковь не очень, и вот там очередь, а остальное то же самое. Торговые ряды не единственные в районе. Часть прилавков перенесли на другие рынки, поэтому покупатели не лишаются любимых поставщиков. Зато отсутствие синих гаражей сможет открыть нижегородцам вид на кинотеатр «Россия». Здесь ничего такого не было. Все такие же цены, как и на рынке на Заречном, на рынке Школьном. Все такое же. У нас здесь вид-то какой прекрасный. Смотрите, бульвар Заречный. Там стоит бюст Суворова, правильно? Почему бы не погулять? А здесь что за прогулки, если постоянно пахло туалетами? В городской администрации закрытие рынка связывают с работой по благоустройству города к чемпионату мира по футболу. Синие павильоны и правда сложно назвать украшением. Вероника Кузьминова, Георгий Захаров, «Столица Нижней». К другим темам специалисты Роспотребнадзора ответили на самые часто задаваемые вопросы, связанные с покупкой продуктов питания. Прежде чем идти и жаловаться, покупатель должен попробовать полюбовно решить вопрос с администрацией магазина. Для этого достаточно написать претензию руководству. Если заявление останется без внимания, потребитель вправе подать жалобу в надзорные органы. Такой порядок установили после изменений, внесенных в федеральный закон в 2017 году. Отмечу, обращаться в Роспотребнадзор можно в электронной форме через официальный сайт, но прежде чем написать письмо, нужно помнить о функционале управления. Например, грубость со стороны продавцов здесь не искореняют. Это не предмет нашего контроля. В этой ситуации мы потребителям разъясняем то, что они могут обратиться в судебные инстанции. Руководителю этого объекта в любом случае потребитель должен писать. Я думаю, что любая фирма, она заинтересована своим имиджем. Когда потребитель обращается к нам, то, естественно, должно быть написано конкретный фактический адрес этого объекта, где они установили то или иное правонарушение. Далее там должен быть указан конкретный пищевой продукт, который был выявлен. И желательно, чтобы это были все-таки подтверждающие данные. Это либо фотосъемка, либо какой-то файл, email переданный и тому подобное. Они все у нас принимаются. Нижний Новгород начнет патрулировать туристическая полиция. Специальные подразделения создадут во всех городах, где будут проходить матчи чемпионата мира по футболу. Распоряжение поступило от министра внутренних дел страны Владимира Колокольцева. Задача полицейских – круглосуточно реагировать на происшествия с участием иностранных граждан. Конфликты с участием иностранцев в Нижнем Новгороде во время Мундиаля уладит новый орган – туристическая полиция. Сотрудники МВД будут работать в эпицентре футбольных событий. Основными направлениями деятельности туристической полиции станут патрулирование мест массового пребывания зарубежных болельщиков в период проведения чемпионата мира по футболу, оказание
оказанием содействия в решении возникающих вопросов, прием обращений в случае совершения в отношении них правонарушений. Патрули уже работают в Москве, полицейские прошли специальную лингвистическую подготовку, английский практически от зубов отскакивает. Это основное требование. Капитан полиции Роман Степанов пока в процессе. Впереди несколько вводных заданий, в том числе практические. Полицейский не боится новых обязанностей. Напротив, для него это прекрасная возможность познакомиться с международными культурами. В нашем подразделении, кроме изучения иностранных языков, большое внимание уделяется также изучению культуры других народов, других стран. Мы изучаем также историю Москвы. У нас в Мексике нет туристической полиции. А зря, классную вещь придумали. Когда мы только приехали в Россию, нам говорили, чтобы мы лучше не общались с полицией, поскольку они неохотно идут на диалог. Поэтому идея отличная, она будет полезна. В Нижнем Новгороде турполиция начнет работать с 25 мая. Новый функционал рассчитан на 2 месяца. Впрочем, знания еще понадобятся, если иностранцам город понравится, и они будут приезжать к нам снова и снова. Главное, чтобы сила языка оказалась сильнее физической. Конфликты во время праздника мирового футбола не нужны никому. Евгений Деревянко, Вероника Кузьминова, столица Нижнего. Марафон вкусных подарков стартовал в торговых рядах «Жар-птицы». Спортивные навыки покупателям не понадобятся. Участвовать может любой желающий. Акция действует до 29 апреля. В этот день назовут имена победителей, которые получат вкусные подарки. Все подробности в сюжете Екатерины Анисимовой. Спелые, сочные фрукты и овощи, а также другие продукты в апреле могут достаться покупателям торговых рядов «Жар-птица» совершенно бесплатно. Для этого нужно собрать 3 вот таких купона. Обладатели 3 купонов примут участие в розыгрыше вкусных подарков 29 апреля. Один купон выдается за покупку в одном отделе на сумму от 1000 рублей. Чтобы собрать 3 штуки, есть еще масса времени. Гости торговых рядов уже присоединились к марафону вкусных подарков. Сегодня я купила свежие фрукты, поскольку идет весна, всем не хватает витаминов. И свежевыжатый сок гранатовый. Мне выдали купон, я как понимаю, их нужно накопить 3 штуки, чтобы участвовать в розыгрыше 29 апреля. Накоплю все 3 купона и обязательно поучаствую в розыгрыше. Дарить участникам марафона будут не что иное, как вкусную и качественную продукцию из разных отделов. Розыгрыш состоится в торговых рядах «Жар-птицы» на площади Советской 7 29 апреля 2018 года в 14:00. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, столица Нижней. На этом наш выпуск завершен. Следите за развитием событий на нашем сайте stnmedia.ru. В студии работал Антон Ганин. До встречи в эфире.